Незаконный нефтеперерабатывающий завод обнаружили сотрудники отдела управления экономической безопасности в Нижнекамском районе. Продукты перегонки на нем получали из нефтяных отходов. Бензина и дизельного топлива, конечно, не получали. Производили что-то вроде печного топлива. Его же и продавали, только качество, говорят, мало соответствовало заявленному. Как узнал Ленар Гинатулин, сама перегонная установка совсем не отвечала требованиям безопасности и угрожала далеко не только сотрудникам подпольного производства. Эту установку по перегону нефти называют не иначе, как самовар. Аппарат непромышленного производства, он самодельный. Как установили оперативники, выпаривали на нем смеси нефтяных отходов. Нагревали все паром под высоким давлением. Угроза, по оценкам специалистов, была не только сотрудникам этого производства, но и всему, что было поблизости, включая и окружающую среду. В ходе дальнейших мероприятий оперативники подразделения экономической безопасности изъяли различную документацию, черновые записи по работе и отпуску производимой продукции. На основании собранных полицейскими материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство товаров и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время назначено химическое исследование нефтепродуктов. Кроме того, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до 2 лет. Ленар Гинатулин, Азат Самигулин, вызов 112.